Мы сейчас едем в Аниной машине. Да, Аня? Привет! Я за рулем, я не могу разговаривать. Я доверила... Сейчас, подождите, очень важный момент. Очень важный момент. Блин, я очень много доеду вообще. А, все правильно, прямо. Очень страшно. Мы едем по навигатору. Угу. Вот. На улице очень странная погода сегодня. Ощущение, что будет дождь. И вот передо мной влезла на голову какой-то Мерседес. Спасибо, сказал мне. А мы сейчас снимем его номера, я там в Steam потом. Привет, 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 мой дорогой друг! Стой быстрее, там Лена базарит мило с каким-то чуваком. Меня девочки срочно выгоняют из комнаты, потому что сейчас Лена очень с кем-то мило разговаривает по телефону. Пойдем за ней подслушаем. Только сейчас, тихо. Нету здесь ее. Побежали в коридор. В общем, что я хочу вам сказать. Сегодня я... Ну, что ты делаешь? Сегодня я ходила гулять. Нашла там... Ты фишку сегодня поняла. Да, я хотел голосом фишку. Лены, хотел говорить. Я поняла. А ты что, смотри? Здорово, здорово сегодня? Нет. Здорово, здравствуйте. А я хотела... А я думаю, ты сейчас с кем-то поговоришь по телефону. Я поговорила уже. Поговорила? Да. Как он? Замечательно. Рад? Да. Черт, не успела. Я хотела тебя подловить. Я объелась. О боже. Вот это проблема. Слушайте, я сейчас... Пойду-ка я отсюда. Вот, господи, что у меня на голове? Андрей, Миша! Привет, Андрей, еще принесли из Сирки. Видите, как здоровая коробка? Не сдвинешь коробка, даже. Что, коробка? Не сдвинешь даже. Дофига вещей. В общем, нам привезли вещи из Сирки, и сейчас мы тебе их покажем. Смотри. Вещи, открывайся. Сим-сим. Сейчас надо постучать. Как ты себя там чувствуешь? Тебе весь я вещь. Кому такой подарок? Скажи. Я моль, я сожрала всю спроси, одежду. Кому такой подарок? Кому такой? Кто заберет такой подарок? Прям в коробке отдают. Мы заберем, все группы. Все заберем, мы заберем. Как тебе там? Здесь у нас, я слушаю вас. Смотрите, что тут происходит. Кофры, чехлы. А мне нравится. О, вот это наша.